Псалом 55. Начальнику хора. О голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. «Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои. Все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы. У Тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у Тебя. Не в книге ли они Твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его. В Господе восхвалю Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Тебе. Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божиим во свете живых».